Она могла.
такие вопросы. Жизнь, да, не делаю. Поэтому для меня это вот эти репетиции очень большая школа.
Мне кажется, она преувеличивает. Она даже благодарна в превосходной степени. Нет. Она все в превосходной степени. И поэтому вот я вспомнила это выражение. Понятие превосходной степени. Вот и все. Вы говорите 10 баллов, я говорю 11, потому что она именно на 11, на 12 работает. Не, вот в группе бывает же у кого-то свои какие-то минусы, или плюсы, кто-то отстает, кто-то быстро, да, вот. А какие у нее есть? Вот такие типа, ну, сами минусы какие-то, в чем она? Минусы? У нее взгляд, я вообще честно вам признаю, первая репетиция, она вообще встала, я сначала взгляд запугала. Оказывается, взгляд человека, который как пылесос всасывает эту информацию. Я такого взгляда просто не видела, я теперь, в принципе, понимаю. Я сначала очень испугалась, у меня даже не то, что испугалась, мне ничего не страшно, да, я не поняла. Взгляд такой, тум, а это как сахар в этот момент. Я такого взгляда не видела. Разные люди, да, выражение лица, подача, взгляд, прищур, а это вот, ну, передать невозможно, ну, у нее особенное что-то. Вот она втянула. Я сначала подумала, ей очень не нравится. У меня же контакт очень тупой постановка там. Вообще работал с балетмейстером. Блин, это контакт. Они не понимают, пока они сами не начнут ставить. Я не ставлю, я от них ставлю. Это вообще такая позиция очень интересная. Вот если они не готовы, я не буду готова. Я же все делаю на раз, щелчку, вот сейчас, в этот момент. И жить там стараюсь. Я не готова ни одну комбинацию. Примерно знаю, каков мой стиль, какова моя пластика, когда мне занесет предположение. Но я не знаю код комбинации. И от людей зависит. Я вот люблю очень балетные комбинации. Вот они в зал зашли, и опять-таки Лоле спасибо. Я с балетными 5 лет не видела. С артистами балета. С этими репетирами, с этими ногами. И когда она мне сказала, второй танец артист балета, я говорю, что я буду. И вот они зашли сюда, вот эти гранилы, шагом, да, с руками правильными, вот эти колонны. Ну, монстры, я вообще так. Ну и все, и я могу начинать делать, хотя вы знаете, что у меня приказ музыки. Вот более подход этот балет, да, получается? Да? Нет, это современный балет, да, это современный балет. Модерн называется, да. И тоже направление молодежи там всякие. Обычная танцевальная группа. Это при школе не танцуешь. Вот у нас девочка моя ученица, ну если бы она 3 года не стояла на станка, она бы сейчас не танцевала. Вот у меня я поклонник классики. Без классики я зал даже не знаю. А вы сами все. Ой, это история у меня длинная. Я делаю это журнал. Журнал хотел бы назвать. И физкультуру я закончила. Бурхановскому педагогу и Жидкий Григорий Владимирович. У меня очень хорошие учителя. И на Григория Горжина. Он до сих пор преподает искусство балетмейстера. А искусство балетмейстера, все к предмету, как относятся к искусству балетмейстера? С пофигизмом. Глупые люди. Если искусство балетмейстера, это предмет научить понять, можно творить чудеса потом. А все ходят на эти. Все думают, что они никто не будет ставить никогда, и зря. Она меня научила. Вот как вы думаете, когда подходящие движения, вроде балета, танцевальные, как надо было принимать такие движения, чтобы было гармонично? Я спрашиваю всех, нет, моя это состояние души, это нормально, это порядка. Это были все лирика, танец, это шаг и поза. И сила, положенная на шаг на цель. Правильно? Правильно? Математически. Что такое музыка? Это ритм и мелодия. Все. И вот это все работает. Просто не нужно отвлекаться на лирику. Вот в таком возрасте, я лично в таком возрасте, когда для меня очень важен ритм. Темп и мелодия. И вот если есть две функции, составляющие музыки, ты ловишь, все у тебя получается. Если ты только мелодию слышишь, это будет один стиль. Если
человек открыт. Что мне сказать? Духовно наш богат. Знаете, да? Яблоко же открыто чего-то. Воспитание это же среда, дом, семья. Очень сильно уважаю благодаря кому? Папе и маме. И за возможность, которую они предоставляют детям своим. А они уже потом любые. Может, это называют добрые говорят? Я отвечаю за следующий человек. Легче же вот это, есть же такие пункты. Вот, он молодец, вот он настолько молодец, легче тут вам пунктирует. Да. И раз, и два. В эти движения не входит смысл песни. Вот то, что делают хореографы стрит-джаз. Туда смысл не входит, а здесь можно смысл. Да. Всем, мем, кулак, и все, и пошло. Глаз. А вот этих танцев нет, их много нельзя. Много нельзя, потому что молодежь, она немного потом не понимает. У них это свои вещи, призывы, теперь соответствующие. Нет, под любую качать должна, не сливать. Хорошая у нее бригада. Работают, у нее эластическая линия хорошая. Биты понятны, 120 ударов в минуту. 80-х. Ну, мелодика такая у нее в песенке. Ну, тоже опять-таки она же выбирает. Ты же выбираешь. Ляжет, не ляжет. Пойдет, не пойдет. Ну, мелодическая линия хорошая. Нет, она как бы записывает песни. Она же не думает о том, как она в конце песни входит, да? Уже это пропустит. Она вполне... Воздействие.
я учитываю. Да, вот. Я учитываю. И я на репетициях это проговариваю. Я не знаю, как в других религиях, я всегда проговариваю. Метод активисты, потому что она танцующая. Лола нет, она может еще и через жизнь, мы не знаем. Может, она в зал побежит. У нас, ну это не моя команда, но у нас вот два человека. А,